Целых три мощных турнира ожидают нас этим летом 2020-го. Обо всем этом более подробно в сегодняшнем выпуске, друзья. Немножко полезной информации, друзья. TVCOM – это лучший казахстанский спутниковый телеоператор, с которым вы сможете увидеть все казахстанские каналы, все самые лучшие российские каналы, все самые лучшие мировые каналы, а также UFC TV. Если вы поклонник ММА, то вам обязательно нужен TVCOM с каналом UFC TV. Тем более, что 10 мая вы сможете увидеть на UFC TV в 6 часов утра по времени Нур-Султана прямую трансляцию UFC 249 с главным главные события вечера — это Фергюсон Гэджи, друзья, в прямом эфире. Так что обязательно вам нужен TVCOM с UFC TV. Также TVCOM уже доступен на смарт ТВ Samsung и LG. Подключить TVCOM сейчас можно всего за 8900 тенге до конца года. Это просто суперское предложение. Более подробно об этом всем вы сможете увидеть в описании под этим видео. Ассаламу алейкум всем зрителям и подписчикам канала NashBoyets.kz. Друзья, этим летом, как я уже и говорил, пройдет три очень мощных и сильных турнира лидера казахстанского ММА промоушена Найза Fighting Championship. Что это за турниры, друзья, и какие события, главные бои вечера будут на этих турнирах? Ну, во-первых, NFC 24, который ожидается 27 июня уже в этом году, летом, друзья. Это Нуржан Акишев, город Алматы, против Нурбека Кабдрахманова, город Актобе. Данный турнир должен был, планировался, по крайней мере, пройти в городе Актобе. Но вот есть у меня инсайдерская информация, что вполне вероятно, этот поединок не будет проходить в городе Актобе, к сожалению, но пройдет в городе Актау на берегу Каспия. Второй турнир планируется на 25 июля текущего года, NFC 25, на котором встретится, опять же, будет поединок за чемпионский пояс весовой категории до 62 килограммов, где алматинский парень из клуба «Альфа», это у нас Жуман Жумабеков, встретится против действующего чемпиона, это Данияр Койшубека, друзья. NFC 25. Я считаю, что это будет прям бомбическое шоу, друзья, и очень крутое, так сказать, главное событие вечера. Оба бойца очень сильны. Данияр Койшубек, если вы помните, завоевал этот поединок в очень... в пятираундовом, очень сложном, сильном таком, знаете, напряженном поединке против бразильского файтера. Завоевал этот пояс очень заслуженно, вообще без каких-либо, я думаю, там сомнений ни у кого не было однозначно. Теперь он встречается против алматинского парня, это клуб «Альфа», опять же повторяюсь, Жуман Жумабеков. Жуман очень хорошо прибавил, кстати говоря, он тоже на этом же турнире встречался с чеченским файтером и очень хорошо себя показал. Тоже выиграл решением судей. Но была замечательная победа его. Жуман хорошо, кстати говоря, прибавил. Так что я более чем уверен, что это будет прям бомбическая схватка. Следующий турнир — это NFC 26, который ожидается у нас, планируется, по крайней мере, 30 августа уже текущего года, на котором встретится, друзья, внимание! На этом турнире будет драться наш боец, действующий чемпион NFC весовой категории до 77 килограммов. Это Исатай Тимиров против звезды узбекского ММА. Звезды, наверное, даже и СНГ, по большому счету. Я думаю, это будет правильно, если так сказать. Это Нурсултан Рузибоев. Нурсултан еще ни разу не проигрывал, друзья, здесь, в Казахстане. И, конечно, для Исатая Тимирова это большой вызов в его карьере. Будем смотреть и ожидать, чем это все закончится. Сразу же говорю, опять же, повторяюсь, все эти турниры, ну, по крайней мере, планируется провести в городе Актау на берегу нашего великолепного Каспия, друзья. Даже тот же турнир NFC 24, который, ну, все ожидали, по крайней мере, в городе Актобе. Не знаю, вот пройдет он в Актобе или нет, опять же, повторюсь, была инсайдерская информация, что все-таки это будет все в городе Актау. Так что вот такие вот новости, друзья. Жду ваших комментариев. Как вы думаете, кто окажется сильнее? Во-первых, в схватке за пояс чемпиона NFC весовой категории до 66 килограммов между Акишевым Нуржаном и Нурбеком Кабдрахмановым.
Мне интересно ваше мнение, оставьте его в комментарии. Весовой категории до 62 килограммов, где Данияр Койшвек будет защищать свой пояс против нашего также алматинского парня, это Жуман Жумабекова. Это 62 килограмма, тоже интересно, кто окажется сильнее, друзья, пишем, не стесняемся. Ну и, конечно же, Нурсултан Розибоев против действующего чемпиона Найза Fighting Championship Исатай Тимирова, друзья. Это весовая категория 77 килограммов. Мне интересно ваше мнение, давайте посидим, пообсуждаем. Пообщаемся, но опять же без оскорблений. Такие будут у нас сразу же блокироваться. На этом у нас все. Обязательно оставляйте ваши комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. С вами был Сула. Всем пока, салам алейкум, аривидерчи.